Сегодня председателя Мурманской областной думы допросят следователи. Повестку ему вручили на выходных в аэропорту, когда он вернулся из рабочей командировки в Москве. Главу регионального парламента подозревают в хищении средств на сумму 42 миллиона рублей в период с 2007 по 2009 год, когда он возглавлял Кандалакшский опытный машиностроительный завод. Якобы Василий Шамбер ежемесячно по фиктивным основаниям выписывал чеки на имя водителя предприятия, а затем давал указания о снятии денежных средств, поступавших на счет завода. А заинтересовались следователи деятельностью бывшего директора КОМЗа во время расследования эпизода другого громкого уголовного дела против энергетического магната Геннадия Шубина. В то время, когда Шамбер был генеральным директором предприятия, Шубин являлся председателем совета директоров и фактическим владельцем завода. Сам Василий Шамбер своей вины не признает и считает возбужденное против него дело заказным. Я делаю вывод из методов, которые применяются по отношению к председателю, ну и в целом к нашему органу. Поэтому я считаю, что да, есть сегодня некий заказ каких-то непонятных сил, и некое создается давление. Вот и все.